Молодость – один из самых замечательных периодов в жизни каждого из нас. Увы, но с возрастом мало кто становится моложе и привлекательнее. Однако везде есть исключения, и главный пример этому – звезды. Представляем вам 20 знаменитостей, которые с возрастом стали выглядеть намного лучше, чем в молодости. Джордж Клуни. Неизвестно, любит ли актер разглядывать фото, на которых он изображен в юном возрасте, но точно ясно одно – это разные люди. Узнать в молодом Джорджи Клуни того обаятельного и импозантного мужчину, грозу женских сердец, каким артист известен поклонникам, невозможно. Годы добавили шарма артисту, и даже седина, проступающая в волосах, не в силах убавить хоть каплю мужественного очарования. Дженнифер Лопес. Разменяв полсотни лет, эта голливудская знаменитость не только не потеряла популярность среди поклонников, но и продолжает оставаться иконой моды и стиля. Красивая, так можно, пожалуй, охарактеризовать то, как выглядела Дженнифер Лопес в молодости. Но описать, насколько звезда похорошела с годами, эпитетов не хватит. Не только стала взрослее, но и нашла образ, который приковывает взгляды мужчин и вызывает зависть у женщин. Виктория Бекхэм. В случае с Викторией Бекхэм знакомая поговорка про ягодку опять попала в самый центр мишени. С годами бывшая участница группы Spice Girls не только сменила фамилию и сферу деятельности, но и создала вызывающий восторг образ деловой леди. В новой звезде вряд ли кому удастся разглядеть ярко накрашенную девушку в откровенном наряде, какой Викторию, тогда еще Адамс, видели поклонники в молодости. И новый стиль явно пошел знаменитости на пользу. Анита Цой. Не только голливудские звезды способны с годами выглядеть лучше. Среди российских знаменитостей тоже легко найти тех, кто с возрастом стал только симпатичнее. В случае с Анитой Цой ключом к успеху стала перемена образа жизни. Спорт и сбалансированное питание превратили полную девушку, не сильно переживавшую о собственной внешности, в красавицу. И с годами звезда становится только очаровательнее. Валерия. Еще одна российская певица мало того, что не выглядит на свой возраст, так еще и хорошеть умудряется с годами. Валерия в молодости не стеснялась экспериментировать, а яркие тона косметики, как выяснилось, не всегда идут на пользу. Но со временем артистка нашла собственный стиль, выгодно отличающийся от прежнего. А правильный образ жизни помогает оставаться красивой и дальше. Вера Брежнева. Тем, кому удалось достать фотографии знаменитости в молодости, остается только молча удивляться. Такой разительной перемены от бывшей участницы «Виагры» ожидать не приходилось. В школьные годы Вера Брежнева была очень далека от образа секс-символа. Ее считали дурнушкой и почти не воспринимали всерьез. Но время шло, и простая украинская девочка его зря не тратила. Сейчас она одна из самых привлекательных певиц российской эстрады и объект вожделения миллионов мужчин. Рената Литвинова. Рената Литвинова – яркий пример того, что некоторые женщины расцветают с годами. В юности актриса много экспериментировала со своей внешностью. Были и неудачные стрижки, и рыжий цвет волос, и жуткие брови-ниточки. Сегодня Рената Литвинова – настоящая икона стиля. Визитными карточками звезды стали красная помада, черные стрелки и прически в стиле 30-х годов прошлого века. Ричард Гир. Возвращаясь к звездам зарубежным, стоит вспомнить о Ричарде Гире. Этот актер точно из числа тех, кому седина к лицу, только прибавляет баллов в глазах женщин. Да что уж там, от обаятельной улыбки Гира тают и девичьи сердца. А вот в молодости выглядел этот сердцеед весьма нескладно. На фото сразу обращают на себя внимание мясистый нос и слишком узкие глаза. Холли Берри. Верится с трудом, но одной из самых красивых девушек Бонда, актрисе Холли Берри, уже 53 года. В юные годы Холли предпочитала длинные волосы, яркий макияж и выглядела простовато. Короткая стрижка и нежный нюд стали идеальным решением. Актриса нашла себя и теперь хороша, как никогда.
Селин Дион. Густые дикие брови, модные сейчас, определенно идут не всем. Это доказала канадская певица Селин Дион еще в 90-х. Под руководством своего продюсера, впоследствии супруга Рене Анджелил, певица скорректировала брови и выбрала более светлый оттенок локонов. А также, скорее всего, сделала операцию на нос и веки и подправила зубы. Сальма Хайек. Сальма Хайек с годами только хорошеет, как отличное вино. В свои 53 года актриса смотрится просто сногсшибательно, и ей совершенно не дашь ее возраст. Более того, сейчас голливудская дива выглядит лучше, чем в ранней молодости. В 90-е, когда актриса сменила родную Мексику на Америку, она включила свой режим «женщина-вамп» на полную. Начала носить облегающие платья с низким вырезом, придавать щекам румянец и отдавать предпочтение в большинстве случаев оттенкам красного на губах. Этим заветам она по-прежнему верна. Полина Гагарина. Со времен «Фабрики звезд» Полина изменилась до неузнаваемости. Ушли лишние килограммы, из брюнетки певица превратилась в блондинку и полностью сменила имидж. Выглядит она идеально и в свои 33 смотрится моложе, чем когда-то в 20. Но, несмотря на это, придирчиво относится к своей внешности и признается, что часто недовольна своими фотографиями со светских мероприятий. Анфиса Чехова. Анфису сделали популярной ее роскошные формы. Чехова много раз повторяла журналистам, что не намерена худеть. Однако телеведущая, похоже, изменила свое мнение. Девушка стала намного сексуальнее, избавившись от 25 килограммов. Эрика Герцог. Эрика – участница музыкальной группы «Виагра». Мало кто знает, но несколько лет назад эта сексуальная блондинка весила за 80 килограммов, собирала волосы в хвостик и практически не пользовалась макияжем. Минус 35 кило, грамотный имиджмейкер и вуаля! Сегодня Эрика по праву считается одной из самых красивых девушек отечественного шоу-бизнеса. Да и выглядит певица гораздо моложе, чем в юности. Ирина Шейк. В это сложно поверить, но в юности Ирина Шейк не была самой популярной девочкой в классе. Ее вообще не считали красивой. Тогда она жутко стеснялась своего роста, необычной внешности и была слишком закомплексованной. Но однажды ситуация изменилась, когда ее пригласили фотографироваться для Sport Illustrated. На сегодняшний день Ирина – одна из самых сексуальных моделей современности. Кристина Орбакайте. В молодости Кристина Орбакайте не слишком умело пользовалась макияжем и никак не могла придумать, что сделать с жидкими от природы волосами. К тому же певица очень переживала из-за своего крупного носа. Несколько лет назад Кристина решилась на ринопластику, и теперь ее аккуратному носику остается только завидовать. С макияжем и прической теперь тоже все хорошо. Естественный блонд и мягкие локоны в сочетании с умелым мейкапом выгодно подчеркивают красоту певицы. Роза Сябитова. Телесваха показала самое яркое преображение в прошлом году. Женщина увеличила бюст и освободилась от лишних килограммов. Теперь в бикини Роза выглядит просто превосходно. Сама Сябитова говорит, что чувствует себя значительно моложе, нежели раньше. Николь Кидман. Николь Кидман начала свое восхождение на Олимп в роли застенчивой рыжеволосой девочки с веснушками. На светских мероприятиях она скромно пряталась за спину своего знаменитого мужа Тома Круза. Но вот после развода звезда королевы Монако словно расцвела. Она стала элегантной, утонченной, ею восхищаются миллионы. Мы смело можем утверждать, что возраст ей к лицу. Гвен Стефани. Гвен Стефани – роскошная платиновая блондинка с безупречным макияжем и всегда стильными нарядами. Но такой она была далеко не всегда. В 90-х певица порой больше напоминала городскую сумасшедшую, нежели звезду. Сегодня гремучая смесь странных причесок, пирсинга и безумного макияжа в прошлом. А Гвен Стефани входит в десятку самых стильных и красивых знаменитостей. Джулианна Мур. Сейчас актриса кардинально изменила свою внешность. Отрастила волосы, похудела, изменила форму бровей и начала использовать другой макияж.
Несмотря на заметные морщины, в свои 59 лет актриса выглядит лучше, чем 20 лет назад. Естественная форма бровей, простой макияж и подкрашенные ресницы – все это делает актрису визуально моложе.